Всем привет! Приветствую вас на нашем канале Воздушный коктейль. В сегодняшнем видеоуроке я хочу показать вам, как сделать из шарика шаде букву Р. Для этого нам понадобится насос, ножницы, линейка и один шарик шаде 160 размера. Надуваем шарик сантиметров на 50 метров. Делаем два плеча. Буковка у нас будет небольшая, 15 сантиметров. На 8 сантиметрах перекручиваем. Делаем два плеча. Отмерили один пинч, чтобы динамика форма была более округлей. Перекручиваем и обматываем от пинчи. Срезали и завязали. Наша буква R готова. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!